إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خلا الله براته كتر السابر على سيودامه для того, чтобы мы могли напоминать друг друга об его аятах, так как каждый из нас, братья, нуждается в напоминании, потому что сердца наши очерствели, братья, глаза ослепели. И Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Вадаккир фа инна зикра танфа аль муаминин». Напоминай, воистину, напоминание, оно приносит пользу верующим. И хвала Аллаху, который сделал нас единобожниками, братья, и ниспослал нам полноценную и наилучшую книгу, и отправил нам лучших посланников, и сделал нас общиной лучшего посланника Аллаха Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. И следующий вид поклонения, братья, который мы пройдем сегодня, называется Аль-Хаша, который упомянул шейх аль-Ислам, а это остережение. И на это указывают слова Аллаха Субхану ва Тааля, который сказал: «Фаля тахшавхум махшавуни». Не бойтесь же их, не остерегайте же их, а бойтесь меня, чтобы я довел до конца милость мою. Быть может, вы последуете прямым путем. Аллах говорит: не остерегайте же их, а остерегайтесь меня. И остережение, братья, Аль-Хаша, это особый вид страха, основанный на знании о величии и полноте власти того, кого ты боишься. И мы с вами прошли, братья, что такое аль-хауф, страх. Однако аль-хаша, братья, остережение, это нечто большее, чем страх. Аль-хаша – это тоже страх, братья. Но этот страх, он основан на знании. То есть страх – это нечто общее, братья. А остережение, братья, это нечто особое, но всем свойственное. Страх может быть, братья, у всех, а остережение бывает только у ученых, остережение бывает только у знающих. И Аллах Субхану Тааля в Коране свыше семи небес говорит: «Иннама яхша Аллаху мин ибадихи аль-уляма». Поистине остерегаются Аллаха из его рабов лишь обладающие знанием ученые. Следовательно, братья, одной из важных причин, побуждающих человека к поиску знаний, является возможность достичь вот этого состояния аль-хаша, страха особого. Потому что, как сказал Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, недостаток страха перед Аллахом происходит от того, что раб Аллаха недостаточно знает Аллаха, субхана ва тааля. И чем больше человек знает об Аллахе, тем больше он боится его. Кто знает Аллаха, тот стыдится его, боится его и любит. И с увеличением этого знания, братья, увеличивается стыдливость, страх и любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Еще раз повторим это: остережение, аль-хаша, страх, основанный на знании о величии и совершенстве власти того, кого боишься ты. И это нечто более особое, чем страх. И мы говорим, братья, что нужно получать знания, побуждаем к этому, приводим аяты, хадисы, слова ученых, побуждающих получение знанию. И так вот, одна из этих причин, братья, является, чтобы человек достиг аль-хаша. И ты должен максимально быть знающим об Аллахе, чтобы достичь этого уровня. А иначе не знающим, братья, этот вид страха не дается. А еще хуже, братья, когда ты узнал Аллаха Субхану ва Тааля, но ты не делаешь дела в соответствии с этими знаниями. И нет плодов от твоего поклонения, субханаллах. Какой толк от твоего поста, брат, когда ты не удерживаешь свой язык от сплетен, от лжи, от сквернословия, от пустословия? Какой хайр от твоего намаза, если ты не удерживаешь себя от зина, от грубости, от просмотра на харам, от прослушивания харама? В то время, когда Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Инна ас-салата танха ани аль-фахша валь-мункар». Поистине намаз, он уберегает от мерзости и дурных поступков.
И Хасан аль-Басри рахимаху ллах сказал: если твой намаз не уберегает тебя от этих скверных вещей, то нет у тебя молитвы. Поэтому и мы должным образом совершаем молитву, братья. Почему? Потому что мы не знаем, что мы говорим в молитве. Опять-таки все возвращается к чему? К нашему невежеству, братья. И поэтому, братья, знание придает тебе страх перед Аллахом. И ты совершаешь те дела на основании этих знаний. И от этих дел есть польза, братья, как для тебя, так и окружающим.